сегодня, 9 декабря, мы проводим общественное обсуждение по проекту благоустройства Некрасовского парка. Мы достаточно давно обсуждаем эту тему, и поступило большое количество предложений от жителей района с просьбой в принципе провести благоустройство данной территории. И вот в 2020 году наконец-то благоустройство запланировано. Программа называется «Развитие городской среды». Данный объект расположен на территории озеленения первой категории вдоль проектируемого проезда 83 и является природным комплексом. Первоначальный проект с визуализацией был представлен на встрече главы управы с населением 16 октября 2019 года. Проекты были представлены на обсуждениях в школе 2053 и 2089 в трех корпусах. Велся сбор предложений и замечаний по данному проекту. Результаты рассмотрения проектно-сметной документации мы получили 139 записей в журналах. Все были положительно настроенные записи за проект. В 2019 году были выполнены работы по обустройству пешеходной зоны по существующей дорожке к Люберецким очистным сооружениям. В рамках благоустройства были установлены садовые диваны и урны из антивандальных материалов и выполнена дорожно-тропиночная сеть из брусчатки и ремонт газона. Согласно проведенного аукциона на проектирование знакового объекта компании ООО «Геоком» будет изготовлен проект на объект площадью 3 гектара под выделенное финансирование. От себя добавлю, что данный объект у нас площадью 24 гектара. То есть мы благоустраиваем не полностью Некрасовский парк 24 гектара, а только его часть, очень небольшую, 3 гектара, в соответствии с выделенным финансированием. В настоящий момент проектантами представлена концепция со следующими видами работ. Напоминаю, у нас природный комплекс, поэтому не все виды работ возможно проводить на данном объекте. Устройство дорожно-тропиночной сети из гранитной высевки с деревянным бортом, установка паркового освещения вдоль пешеходной зоны, устройство детской площадки с оборудованием для разных возрастных категорий детей и устройство площадки воркаут, установка входной арки и арт-объектов топиарного искусства. Также запланированы работы по удалению валежника, сухостоя и аварийных деревьев, устройство газонов вдоль дорожно-тропиночной сети. Вот видео представлено. Если какие-то предложения у вас еще есть, то данные предложения мы будем собирать в управе района до конца следующей недели. Спасибо за внимание. Ну, так как мы это уже достаточно долго с вами обсуждаем, да, мы в свое время включали данный объект в программу «Мой район» по предложениям жителей, да, потому что это действительно объект, востребованный жителями для прогулок среди детьми. Поэтому вот такой проект был составлен. На сегодняшний день вот все предложения, которые были, они положительные. Ничего нового мы пока не добавили. Еще раз подчеркну, из 24 гектаров мы заходим только в 3 гектара. Все остальное, да, только касается санитарной очистки. Ни в коем случае никакой вырубки деревьев не будет. Ни в коем случае. Вы же прекрасно понимаете, что это природный комплекс. Поэтому сохранить природный комплекс –
это наша основная задача. И сделать комфортным для прогулок жителей. Вот такой проект. Еще раз повторюсь, управа района, Первая Вольская, дом 24, в ГБУ «Жилищник» мы точно так же принимаем предложение, для кому как удобней. Письменно предложение о внесении в проект, что бы хотелось там видеть. И проектировщики, если это возможно, в природном комплексе обязательно примут в работу ваше предложение. Если сейчас предложений нет, то спасибо вам огромное за присутствие. Будем ждать ваших письменных предложений. Спасибо. До свидания.